Привет, друзья! Сегодня хотелось бы рассказать вам о купольной 8-мегапиксельной камере видеонаблюдения с разрешением съемки в 4К от бренда Enki. Камера впечатляет своей картинкой и функционалом. Разрешение записи тут 3840 на 2160 пикселей. Работает она как с регистраторами, так и самостоятельно, так как может писать на microSD-карту памяти. Поддерживает технологию PoE, есть удаленный доступ с регистратора, компьютера или смартфона через интернет из любой точки мира. Видео может сжать кодеком H.264+ и много других, ну очень приятных и полезных функций и возможностей. Ну обо всем по порядку. Заказал камеру я на Алиэкспрессе с доставкой из Москвы. Через 5 дней домой мне ее принес курьер. На момент съемки этого видео камеру купили 95 человек и оставили 32 отзыва. Рейтинг товара 5 из 5. Ни одного отзыва на 3, 2 или 1 звезду. Все покупатели абсолютно довольны этой камерой. Кстати, бренд Enki довольно именитый, причем на весь мир. География покупок тут очень широкая. Ее заказывают как в Россию, так и в США, Бельгию, Нидерланды, Данию, Чехию и так далее. В общем, бренд известный и производит качественные продукты. Но далее мы это с вами проверим, качественный или нет. Кстати, Enki вполне успешно торгует на Амазоне. Думаю, это тоже о чем-то должно говорить. Ну да ладно, посмотрим на саму камеру. Итак, посылку через 5 дней мне уже принесли прямо домой. Камера поставляется в фирменной коробке из прочного картона. В комплекте идет диск с программным обеспечением и мануалы. Есть бумажная инструкция по подключению и настройке в картинках. Самоклеющийся трафарет для разметки отверстий при монтаже камеры. И что касается самой камеры, то она упакована крайне надежно. Во вспененный полиэтилен. Посылку пинать можно, камере ничего при этом не будет. Также в комплекте есть набор крепежей для монтажа камеры. Герметичная муфта для изоляции проводного подключения. Есть даже сорбент, чтобы камера не потела в дороге. Сама же камера довольно увесистая, так как выполнена полностью из металла. Хорошую камеру даже руками чувствуешь. Единственный пластиковый элемент – это декоративное кольцо, которое прикрывает места монтажа. Камера имеет регулировку положения как по горизонтали, так и по вертикали. Повернуть ее в нужном направлении не составит никакого труда. Вывернув камеру до упора, появляется доступ к слоту карты памяти, который надежно закрыт герметичной крышкой с двумя винтами. Лючок имеет уплотнение не по контуру, а практически по всей своей плоскости. Все же камера уличная, всепогодная, со степенью защиты IP67, то есть камера способна работать даже при погружении под воду на 1 метр, а не то, что под дождем мокнуть. Кстати, работать она способна вплоть до морозов в минус 30. По крайней мере, так заявляет производитель. Под люком же расположилась кнопка сброса, порт для сервисного подключения к камере, например, для прошивки, и слот для microSD-карты памяти до 128 ГБ. На лицевой части расположен объектив и один большой инфракрасный диод нового поколения, обеспечивающий яркую, а главное равномерную подсветку зоны наблюдения в полной темноте до 30 метров. У недорогих камер наблюдения, где присутствует целый массив недорогих инфракрасных диодов, присутствует пятно засветки, то есть в центре кадра светло, а по краям темнее. У камеры Enki этот эффект отсутствует. Кадр равномерно освещен. И так и есть на самом деле. Объектив имеет фокусное расстояние 2,8 мм и угол обзора в 124 градуса. И в совокупе с апертурой 1.2 и сверхчувствительным сенсором камера способна работать при освещении 0,1 люкса. По интерфейсам тут все просто. Разъем питания для подключения блока питания, если у вас нет, например, PoE регистратора, коммутатора или инжектора. И Ethernet порт с поддержкой PoE. То есть технологии, предусматривающие передачу питания по витой паре. Просто подключаем один кабель к PoE регистратору, коммутатору или инжектору и можно пользоваться. Дополнительно блок питания не потребуется. Ну а вот так камера снимает днем. Выставлено максимальное качество 4К и фреймрейт при этом 12 кадров в секунду. При снижении разрешения фреймрейт можно будет увеличить. Сразу же, что обращает на себя внимание при просмотре записи, так это детализация. Она просто великолепная. Зум можно делать практически бесконечно. Запас по детализации у этой камеры при таком разрешении просто поразительный. Все детали, все мелочи, все видно. И никаких при этом искажений, искривлений, замыливания и других косяков, присущих камерам с меньшим разрешением. Тут же картинка просто огонь. Для наблюдения с больших дистанций или на объектах, где нужно большую площадь покрыть одной камерой, данный вариант прям отличный. Или на кассу в магазине такой можно повесить, чтобы фиксировать купюрооборот и другие важные мелочи. Да и вообще эта камера подойдет под любые задачи. Склады, офисы, стоянки, парковки, магазины, так как она способна одинаково хорошо работать и снаружи, и внутри помещения.
И вот при работе на открытой местности хотелось бы обратить внимание на один факт. В данном случае камера висит в тени, под навесом. За навесом уже яркий свет солнца. Но картинка отличная, без пересветов и темных участков. На самом же деле это программная фишка данной камеры, функция VDR, расширение динамического диапазона. Ну вот вам пример. Так мы видим кадр в постобработке. А вот так он выглядит на самом деле, до обработки, без работы функции VDR, когда в кадре одновременно и очень яркие объекты, и объекты в тени. В таких условиях камера не может одинаково хорошо их фиксировать, это физика. И вот тут-то в хороших камерах и приходит на помощь функция VDR, которая программным методом путем наложения на один кадр сразу нескольких кадров с разной экспозицией формирует один, но правильный кадр. Короче, чем объяснять, лучше еще раз показать. Вот так выглядит реальная обстановка на объекте, даже глазом так же все выглядит, так оно и есть. А вот так обрабатывает картинка камера. А? Ну как вам? По-моему, просто великолепно. Посмотрите на листву, на забор. До обработки их совсем не видно. Солнце лупит туда так, что идет пересвет. Или посмотрите на тени, в частности на крышу. Ее в темноте не разглядеть вовсе, но после обработки, пожалуйста. Смотри не хочу, все видно. В общем, эта функция просто незаменимая вещь. Да вы и сами, в принципе, все видите. Как я говорил ранее, камера поддерживает удаленное подключение со смартфона через интернет из любой точки мира. Ссылку на фирменное приложение оставлю под этим видео. Тут в нем можно смотреть прямую трансляцию, и даже при просмотре видно, что картинка просто великолепная. Зум поразительный. Даже на смартфоне можно рассмотреть буквально все в кадре, все мелочи. Конечно же, тут также можно зайти на карту памяти и посмотреть записанные на нее видео, и при необходимости скачать их сразу в смартфон. Также в приложении есть набор базовых настроек самой камеры. Так тут можно сформировать график работы датчика движения по дням и часам, можно настроить на срабатывание по движению в кадре, пересечению виртуальной линии и даже по распознаванию лица. В приложении функций немного, только основной базовый набор. А вот если зайти на веб-интерфейс камеры через браузер, то тут можно не то что ногу и голову сломать. Настроек побольше, чем в некоторых видеорегистраторах. Для подключения через браузер необходимо ввести в адресную строку IP-адрес камеры, а далее ввести логин и пароль, придуманные при первом подключении. И пожалуйста, мы имеем полный доступ к функционалу камеры. Рассказывать про все настройки камеры смысла не вижу, ибо для этого нужно снимать отдельное долгое видео. Повторюсь, такого количества настроек не в каждом видеорегистраторе наблюдения есть, а тут все в одной маленькой камере. Производитель уделил особое внимание функционалу и в частности безопасности. Эта камера защищена, наверное, как сервера Пентагона. Тут даже, чтобы просто подключить эту камеру по проводу к имеющемуся видеорегистратору, нужно активировать протокол OnViv, добавить пользователя и выдать ему права. В общем, даже такие мелочи обезопасены. И после активации этой функции камера без проблем подключается к любому видеорегистратору или, например, к программе CMS на компьютере. То есть всегда можно внедрить эту камеру в уже имеющуюся систему видеонаблюдения. Настроек изображения тут тоже достаточно. Так тут для каждого из потоков можно выбрать разрешение, битрейт и фреймрейт. Так для разрешения 4К доступно только 12 кадров в секунду. А если, например, выбрать Full HD, то уже можно 25 кадров. А битрейт? Посмотрите на битрейт, 16 мегабит в секунду. Это вам не 3-4 мегабита на дешевых Full HD камерах. Кодеки поддерживаются H264 и H265. Есть поддержка усовершенствованной технологии кодирования H265+. Можно даже вручную задать интервалы ключевых кадров. По умолчанию стоит значение 100, мне ближе по душе 10. Если вы не знаете, что это за параметр, то лучше ничего не меняйте. Картинку можно настраивать, подкрутить яркость, контрастность, четкость и так далее. Можно даже экспозицию менять вручную. Можно настроить светочувствительность и режимы перехода из ночной съемки на дневную. И, конечно же, тут можно включить или выключить функцию VDR, а также тонко ее настроить. Есть еще компенсация засветки, баланс белого и шумоподавления. У меня моя видеокамера столько не умеет, сколько умеет эта камера наблюдения. Можно настроить зону работы датчика движения, регулировать его чувствительность, расположить самостоятельно зоны детекции, не одну, а несколько, виртуальные линии пересечения, сформировать график их работы и выставить, какие действия при их реагировании должны происходить, присылать уведомления на почту, на телефон, вести запись и тому подобное. Еще раз повторюсь, это не камера, а целый комплекс видеонаблюдения.
Можно взять одну такую камеру на объект и перекрыть все свои потребности в наблюдении, аналитике и охране. Еще понравилось, что у камеры есть возможность предзаписи события. То есть она начнет запись события не в момент его начала, например, появления человека в кадре, а за определенное время до этого, например, за 5 секунд до его появления, что несомненно хорошо. А еще среди бесконечных возможностей камеры есть одна интересная. Это возможность вести запись на ваше сетевое хранилище, например, NAS, которое может находиться даже в другом городе или стране. И таким образом нет необходимости платить за облачные сервисы. Все будет бесплатно и безопасно. В общем, камера как по своему функционалу, так и по качеству итоговой картинки очень сильно впечатляет и радует. И к слову о качестве. В максимальном разрешении с кодеком H265, в разрешении 4К с фреймрейтом 12 кадров и битрейтом 16 мегабит в секунду, ролик длиной 8 минут и 33 секунды весит ровно 1 гигабайт. Таким образом, 1 минута такого видео займет около 120 мегабайт. То есть сутки непрерывной записи займут около 170 гигабайт. Получается, карты памяти 128 гигабайт на сутки не хватит. Но удивляться тут нечему. Все же это 4К отличнейшего качества. Всегда можно выставить работу по датчику движения, поиграться с кодеками и разрешением кадра и найти оптимальное для себя значение. Ну а вот так камера снимает ночью, в полной темноте. В моем случае камера плохо видит вдали, так как она расположена немного неудачно. В частности, от некоторых объектов, например, от балок навеса, идет обратная засветка. Если бы камере ничего не мешало, то снимала бы она намного дальше. Да и смотрит она у меня вниз, а не вперед. На открытой местности картинка была бы совсем другой. Но даже так понятно, что камера и ночью снимает на 5 с плюсом. Ну а вот пример работы камеры в условиях искусственного освещения, где нет обратной засветки от инфракрасных диодов. И скажите, пожалуйста, сможет ли Full HD камера, да даже 3 и 5 мегапиксельные камеры, дать такую детализацию на таком расстоянии ночью? Конечно. Конечно нет. И не близко. А это может. Все же 4К разрешение при 8 мегапикселях – это супер. Картинка просто отличная. Да что я вам рассказываю? Вы же не слепые, сами все видите. Камера – огонь. Именно поэтому у нее и нету негативных отзывов. Все вызывает восторг. От материалов и качества сборки до количества настроек и качества картинки. Камеру к приобретению однозначно рекомендую. Качество выше всех похвал. Производителю респект за такой товар. Стыдно ему точно не будет. Ссылка на эту камеру и на магазин в целом будет под этим видео в описании. У производителя много других камер и готовых комплексов наблюдения. Рекомендую зайти посмотреть, будет очень интересно. А еще рекомендую посмотреть другие мои видосы на канале. Что-нибудь интересное для себя обязательно там найдете. Приятного вам просмотра. Пока-пока.